Секретарь Одинцовского отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Андрей Иванов посетил новый детский сад «Искатель» в бывшем военном поселке Новый Городок. С середины апреля 2020 года подрядная организация вела здесь масштабные работы по реконструкции и переоборудованию клуба в детсад на 150 мест. По нормам СанПин строительство нового образовательного учреждения в поселке запрещено из-за близкого расположения аэродрома. Поэтому совместно с жителями было принято решение сделать на базе клуба «Искатель» современный и комфортный детский сад.